Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году исполняется 220 лет со дня рождения русского композитора Александра Егоровича Варламова. Мы рады приветствовать вас на нашем концерте, посвященном этому событию. Александр Варламов вошел в историю русской музыки как мастер вокальной лирики и один из основоположников русского романса XIX века. Он был выдающимся певцом, педагогом, дирижером, музыкальным критиком. Варламов создал более 200 романсов, а также 3 фортепианные пьесы – марш и 2 вальса. Самые известные из этих произведений – романсы «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «Назаре ты ее не буди», «Ангел», «Ты не пой, душа девица» и другие. Свои романсы композитор писал на слова Пушкина, Лермонтова, Дельвига, Цыганова, Кольцова, Плещеева, Фета и многих других авторов. Основными вокальными жанрами для композитора были русская песня и лирический романс. Среди русских песен Варламова преобладали 2 жанра – лирическая протяжная и скорая плясовая. К жанру лирической протяжной песни относится романс «Что ты рано, травушка», а к жанру скорой русской плясовой – романс «Вдоль по улице метелица метет». Варламов писал в народном духе. Возможно, именно поэтому его песни сделались народными. Многие песни композитора являются сокровищами русской музыки
и так охотно их поют из поколения в поколение. В первой половине XIX века многие романсы Александра Варламова пела буквально вся Россия. Особой популярностью пользовался романс «Красный сарафан», который прославил композитора еще при жизни. С течением времени стали появляться переложения этого романса для разных составов исполнителей. Александр Варламов родился 15 ноября 1801 года в Москве в небогатой семье. С раннего детства он играл по слуху на скрипке и гитаре. Александр обладал красивым, звонким, теноровым тембром, благодаря которому в возрасте 10 лет он был принят певчим в придворную певческую капеллу в Санкт-Петербурге. В этом хоровом коллективе Варламов занимался под руководством директора капеллы, выдающегося русского композитора Дмитрия Степановича Бортнянского. Вскоре Варламов стал солистом хора и освоил игру на фортепиано, виолончели и даже начал дирижировать. Окончив учение в капелле, Александра Варламова отправляют в Голландию учителем пения в русской посольской церкви в Гааге. Но вскоре он возвращается в Санкт-Петербург, и где стал преподавать в придворной певческой капелле. «Музыке нужна душа», – писал Варламов, – «а у русского она есть, доказательство – наши народные песни». В эти годы композитор сочиняет многие романсы, вошедшие в музыкальный альбом на 1833 и прославившие композиторов. Одним из таких романсов является
«Я люблю смотреть в ясную ноченьку». Я люблю смотреть в ясную ноченьку, как горят в небе яркие звездочки, как блестит в лучах молодой месяц, волки реченьки отражаются чистым серебром. Александр Егорович переехал в Москву, где получил место капельмейстера, а затем композитора музыки московских императорских театров. Он писал музыку к драматическим спектаклям, а также выступал как певец-исполнитель. При дворе он повстречал свою будущую жену Анну Пахомовну Шматкову. Уроки и сочинения Варламова оплачивались хорошо. Он сочинял и немедленно отправлял едва готовую рукопись к издателю. К сожалению, семейная жизнь не принесла Варламову счастья, и брак был расторгнут. Александр Варламов известен как вокальный педагог. Его «Школа пения» – это первая в России крупная работа в этой области, актуальная и сегодня. С середины XIX века романс «Назареты ее не буди» входил в репертуары народных хоров и сольных профессиональных исполнителей. В наши дни романс по-прежнему популярен и хорошо известен в исполнении современных певцов, а также в различных переложениях и обработках. Thank you.
романс «Горные вершины» посвящен возлюбленной Варламова графине Екатерине Александре Зубовой. Этот романс близок к музыке Михаила Глинки и Александра Доргомышского. «Горные вершины» – это одна из самых восхитительных музыкально-пейзажных зарисовок. Александра Варламова, кроме собственной музыки, звучали и романсы Глинки, и народные песни. Искусство Варламова привлекло к нему и зарубежных исполнителей, в частности, Полину Виардо, которая была восхищена творчеством Варламова. Именно ей композитор посвятил свой романс «Ты не пой, душа девицы». Песню родины святой.
исследователи считают, что в романсе «Ангел» Варламов воспел греческую музу поэзии и музыки Эвтерпу, как музу его собственной души. В возрасте 47 лет композитор скончался от рака горла в Санкт-Петербурге. Романсы и песни Александра Варламова – яркая страница русской вокальной музыки. Многие образы и музыкальные приемы его романсов устремлены в будущее, а умение композитора поднимать бытовую музыку на уровень профессионального искусства заслуживает внимания и в наши дни. Наш концерт окончен. Благодарим вас за внимание.